Первая из 16 игр первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошла в Одинцовском ледовом дворце «Армада». Хозяева арены встретились с командой «Кристалл» из «Электростали». Это не первая их совместная игра. Противники неоднократно сталкивались на товарищеских матчах и первенстве Московской области. Несмотря на юниорский состав, страсти на льду разгораются нешуточные. И двух минут не прошло, как «Армада» открывает счет, забивая первый гол. Игра очень равная, то есть хорошо, что забили в первой смене. То есть будем продолжать дальше. Алексея привела в хоккей мама, когда ему было 6. Сегодня юноше 16. Он играет под номером 95, всегда прислушивается к советам тренеров, считает, что в команде сложился хороший коллектив, ведь каждый игрок поддерживает другого. А в самом хоккее любит скорость, азарт и адреналин. На протяжении многих лет они с детского возраста приняли, ну как сказать, в этом режиме занимаются, работают и подходят ответственно, готовятся к каждым играм одинаково и со всей серьезностью. Огорчает спортсменов лишь одно. Из-за ограничительных санитарно-эпидемиологических мер на трибунах не хватает зрителей. Однако родители и друзья хоккеистов могут следить за игрой онлайн. Под номером 7 в «Армаде» играет капитан Иван Петраков. Он пришел в команду, когда учился в 4 классе, но уже через 3 года смог стать одним из лучших игроков. Помимо капитана у нас есть помощники, но это также не означает. Каждый должен проявлять свои качества, лидерские качества. Также не просто сидеть в стороночке, должна быть хорошая живая лавочка, чтобы друг друга поддерживать, ни в коем случае кого-то обвинять, а наоборот должен быть позитив. У нас, слава богу, таких ребят в команде достаточно. Во втором периоде напряжение сохраняется. Ребята не засиживаются на скамье, часто сменяют игроков на льду. Это необходимо для эффективной, интенсивной игры. Результат не заставляет себя ждать. По итогам второго периода 3-0 в пользу «Армады». А третий период лишь подтвердил статус хоккеистов из Одинцова как победителей. Игра завершилась со счетом 5-1. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».